Итак, всем привет! Это Gadget X. Компания Dugi уже успела удивить нас планами по выпуску смартфона с гибким экраном, но на этом производитель останавливаться не намерен. Сейчас внутри компании ведется разработка концепта смартфона в форм-факторе слайдера, у которого будет полностью безрамочный дисплей, занимающий всю переднюю поверхность. Более того, Dugi показала на видео, как будет выглядеть грядущая новинка. На представленном видео нам со всех сторон демонстрируют смартфон с экраном, занимающим практически 100% передней стороны. Вопрос размещения разговорного динамика, фронтальной камеры и всех датчиков производитель решил достаточно просто. Для доступа к ним нужно сдвинуть переднюю часть устройства вниз или же заднюю вверх, а на обратной стороне будут располагаться двойная камера и сканер отпечатка пальцев. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!